Сегодня поговорим о классике. Классика широко используется нами в речи. Можно услышать о том, что кто-то поступил как классическая Катя или классический Олег. В искусстве классикой называют, высокий образец для подражания. Понятие само уходит куда-то в Древний Рим, где было классовое общество, были первоклассные люди, а были деклассированные люди, пролетарии. Само понятие вернулось к нам в эпоху Возрождения, когда воскрешали искусство античности, его высочайшие образцы стали почитать как образцы прекрасного, что-то перестает быть классикой, что-то становится классикой. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите словосочетание «классический костюм»? Паша в квадрате. Мы с вами находимся на выставке, где перепридумывание, переработка классического является одной из тем. Это выставка художественной группы Bounty Kill Art. Она появилась в начале нулевых. У них даже логотип похожий на заставку фильма «Убить Билла». Да, вот это вот Kill, Kill, Kill Bill, Kill Art. Художники-итальянцы учились на севере Италии. Их ближайшие вдохновители – это, конечно, художники Арте Повера. Итальянской очень влиятельной группы. Невозможно не вспомнить Микеланджело Пистолетто с его знаменитыми работами Венерой, которая не может выбрать себе одежду. У этой выставки в музее Эрарта довольно интересная драматургия, которую предложил сам музей авторам. Эти скульптуры мы ранжировали как находки при раскопках какого-то храма начала 20-го столетия. Эти вещи сопровождают тексты, написанные с точки зрения историков искусства, археологов будущего. В этих текстах идет постоянное обращение не к каким-то высоким образцам мировой художественной культуры, а, например, к кинофильмам, к мелодрамам, к тому, что в будущем как раз-таки станет классикой. Не так уж и много мы знаем о прошлом. В музеях могут храниться дошедшие до нас фрагменты скульптур, по которым исследователи только догадываются, что это были за скульптуры. Например, копьеносец может оказаться метателем диска или даже гитаристом. Представьте себе, что в следующем тысячелетии ученые пересмотрят образ дискобола и вручат ему вместо диска электрогитару. Получится также органично. Вот пример живой классики, которая никогда не теряет свою актуальность. На мифы встроится массовая культура, и образами массовой культуры насыщены все эти произведения. Здесь есть какие-то губки Бобы, супергерои. Следует заметить, что массовая культура не всегда была массовой когда-то, она была элитарной. Она говорила о каких-то серьезных, важных вещах. Именно поэтому мифологические сюжеты живут в веках. Что делают современные художники, которые обращаются к массовой культуре и к классической традиции одновременно? Они берут, соединяют и компилируют. В 20-м столетии, благодаря эссе Альбера Камю, царь Сизиф, вкатывающий на гору камень, стал символом человека абсурдного века, принимающего жизнь как тяжкую ношу, все равно продолжающий ее жить. В 21-м столетии художниками Сизиф явлен как человек, несущий на плечах свою собственную аддикцию, да, зависимость, которую тоже можно понимать в широком смысле слова. Это может быть и что-то оглушающее, как наркотик, а может быть и то же самое чрезмерное потребление массовой культуры. Даже несмотря на комичность определенных работ, всегда благодаря именно мифу начинает проглядывать какой-то онтологический смысл, что-то, что помогает разобраться с какой-то значимой человеческой проблемой. И здесь впору вспомнить такого мыслителя 18 века, как Лессинг. Центром этой выставки является сцена титаномахии. В центре зала лежит поверженный титан. И я не сразу узнал в этом титане голову знаменитой скульптуры Лаокоон. Лаокоон – это жрец, который вместе со своими сыновьями был задушен змеями. Это герой троянского цикла. Все вы эту скульптуру прекрасно знаете. Ей как раз посвящен одноименный троянский
трактат Лессинга «Лаокоон». Лессинг, будучи представителем 18 века, нормативной эстетики, человек, почитающий слово превыше других искусств, написал о том, что изобразительное искусство тоже чего-то стоит. Он в этом трактате дает советы художникам, живописцам, скульпторам, как сделать так, чтобы их произведение стало классическим, чтобы оно пережило века. Таким произведением, по мнению Лессинга, является Лаокоон, на лице которого выражено такое нечеловеческое страдание. Здесь задачей художника, по мнению Лессинга, является выбор в мифе, в каком-то сюжете именно такого момента, такого мгновения, которое максимально выражает душевные движения персонажа. Ухватить этот миг значит создать действительно великое произведение. Ну, а что делают художники Bounty Kill Art? Берут лучшее из уже созданного и собирают это заново. В этой сцене титаномахии художники вообще распоясались. Перед нами поверженный прекрасный атлет, титан. И над ним воспарил его победитель Зевс. Голова Лаокоона, который по Лессингу является олицетворением высокого страдания, и какой-то мерзкий карлик-уродец, которому художники сделали лицо сатира, улетает наверх на воздушных шариках с лицами какого-то известного политика. То, что когда-то было мифом о том, как преодолевается все уродливое, стихийное силами олимпийских божеств, прекрасных атлетов, здесь показано прямо противоположным образом. Мне кажется, это какая-то сатира над современным обществом. Именно так, по мнению, наверное, консервативных мыслителей, выглядит современная политическая ситуация в европейских странах. Как видите, классика вечно актуальна. Если нарциссу вместо зеркала дать мобильный телефон в руки, то он станет олицетворением современного общества. Об этом вся эта выставка. Она, с одной стороны, веселая, а с другой стороны, довольно серьезная. Искусство хочет, чтобы его любили. Boop-boop-be-doo.